Всем привет, всем здоров, как дела? Как настрой? Как погодка? Ну, у нас минус 10, ладно, не минус 30. Итак, Toyota, и сегодня я попробую поменять компьютер. Я уже так, я не делал, я рассказывал товарищам, мне рассказали, как делается. Как поменять в Toyota, если у тебя, ты хочешь поменять компьютер мотора, он не работает, ты хочешь его поменять. Это можно сделать без никто, без всяких приблуд. Поставил компьютер, зажал перемычку, подождал, и он работает. И сегодня мы это проверим. Toyota. Все, работает. Ошибок нету. Все работает. Окей. Вот его родной мозг на мотор. Вот мозг, купленный с разборки. По-моему, он даже с механики. Сейчас я его подсоединю, и мы посмотрим, что будет. Еще она и на газу. Как обычно, самое главное в этих делах — ключ в кармане. И лучше я отсоединю клемму. Так будет надежнее. Отлично. Так, ставлю этот мозг. Check engine горит, значит, мозг рабочий. Завожу. Не заводится. Не работает. А, еще и смотри. О, завелась. Смотри-ка.
Да, он точно с механики. Этот блок с механики. Все, заводится и глохнет. Почему? Потому что иммобилайзер не прописан. И N-ка моргает, потому что компьютер с механики, видишь, нет связи с ним. Окей, но нам это не это важно. Нам важно сам компьютер прописать. Что теперь я делаю? Все, все потухло. Опа! Вот эта штука! Давай! Все туда же. Есть, да? И теперь что я буду делать? Теперь я включу зажигание на ровно 31 минуту. То есть я включу зажигание ровно на 31 минуту. Потом выключу зажигание, достану проволоку и заведу. Все, ставлю в телефоне таймер на 31 минуту. Все, я включаю зажигание. Все, все моргает. Коробка все что-то моргает. Здесь все выключено. Перемычка стоит. Все, ждем ровно 31 минуту. Итак, 7 минут до старта. Что-то гудит. Компьютер маринуется. Лампочки моргают. Все отлично. Ждем. Так, минута. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Выключаю. Выключил. Ну что, а сейчас самый волнующий момент. Зажигание выключил, проволоку достаю. Ну что, давай, родная, а? Так, чек горит. Вау! Работает! Горит шестеренка, потому что блок от механики. Сработала тема! Ну понятно, она будет, не будет плохо ехать. Но сам факт. А сейчас попробуем подключить старый блок. Будет ли он работать? Это все понятно. Главное правило: ключ в кармане.
Видишь, не зря крему снял. Этот блок сейчас прописан под эту машину. Этот? Я не знаю, сейчас мы узнаем. Возможно ли иметь два блока, например? Так. Чек горит. Видишь, шестеренка потухла, потому что блок от, ну, родной от робота. Давай сделаем так. Все, этот блок отписался. Теперь мне нужно еще раз сделать точно ту же процедуру, но я не буду это делать, ну точнее буду, но чуть попозже. Ну что, прикольно, да? Я это слышал, кому-то говорил, кто-то делал, но сам никогда не делал. И вот я сделал. Класс, работает круто. Сейчас этот компьютер работает, и он от механики, понятно, она там не поедет, ничего, и я назад обучу его родной. Все. Такая тема.